Главная героиня сегодняшнего заседания – это знакомая спортсменов Михаила Старцева и Ильи Ворогушина Ильяна. В тот роковой вечер все вместе они направились на такси на Старый базар. Как утверждает девушка, были трезвые, но дойти до винного магазина они не успели. К ним подошел тот самый Лопатин, мужчина сбитый. Как утверждает девушка, он вел себя агрессивно и кричал, цитата Лианы, «Я дебил, я ненормальный, вам всем конец». Далее, по словам свидетельницы, мужчина взял металлическую палку, направился к Старцеву, она это увидела, кинулась в подмогу, приняла первый удар на себя, и так и завязалась драка. Эту историю вы слышали уже много раз, но свидетельница уверена, что трагедия могла и не случиться. По словам девушки, в какой-то момент Старцеву удалось повалить Лопатина. Вот этот момент. Металлическая палка упала. Девушки подбежали, чтобы откинуть палку подальше, когда у потасовки оказались Павел Рохлов и его супруга. Вот только между мужчинами, Старцевым, Лопатином и Рохловым, драка не завязалась. Вот здесь это хорошо видно. Рохлова, выражая словами свидетельницы, накинулась на Ворогушину. На защиту последней пришел Старцев и произвел смертельный удар. Во время заседания Михаил Старцев выглядел спокойно, но руки, которые он часто переминал, выдавали волнение. Слово он не брал, на свидетельницу не смотрел. Кстати, по словам Лианы, со Старцевым она общалась всего пару лет, а вот с Ворогушиной долгие годы. Кстати, последняя уже давно вернулась к прежнему образу жизни и судит соревнования. И на этом допрос свидетелей по громкому делу о драке на Старом базаре все еще не закончен. Анастасия Дороган, «День с толком».